привет. Хочу представить вам оригинальные немецкие часы Junk Hans, произведенные в Германии с периода 1904 по 1914 год. Коробка не полностью оригинальна, так как здесь, так сказать, трофейными со времен Второй мировой войны, но были мною полностью реставрированы. Внесены некоторые коррективы, но коробка осталась как бы оригинальной. 85 высотой, 17 глубиной. Внутри все покрыто лаком. Циферблат, которому уже более 100 лет, работает безупречно. Что значит немецкое качество? Красота.